Маленький зимний вид, изображающий в свете ясного морозного дня замерзший канал и крестьянский двор на противоположном берегу. По тонкости чувства и правдивости выражение служит одним из совершеннейших образцов реалистического европейского пейзажа XVII века. Здесь Рембрандт в красках воплощает свое философское созерцательное раздумие над миром. Кажется, что впервые за много лет Рембрандт увидел, что природа знает не только пасмурные, но и солнечные дни. Перед нами непритязательный мотив обычной голландской природы. Вторая половина ясного морозного дня. Мы стоим на ровном льду, отливающем золотом. Это слева направо во всю длину картины протягивается неширокий, глубину шагов 30, замерзший, припорошенный снегом канал. Жалкая маленькая собачонка прямо напротив нас плетется по светло-янтарному от солнечного освещения снегу направо за своей озабоченной старой хозяйкой, повязавшей белый фартук поверх лохмотьев. Зябко кутаясь в тряпки под черной шляпой, старушка проковыляет сейчас мимо сидящего спиной к нам крестьянина, свесившего на лед ноги в узконосых ботинках. Он возится с одетым во все красное малышом, которого он взял на руки. Еще две фигуры на первом плане образуют так называемые кулисы. Слева на бугорке сидит спиной к нам паренек. Справа остановился, опершись на палку, старик, вышедший и срезанный краем изображения хижины. Передана не только внешность видимого, а что-то очень важное. Мы невольно следим за плетущейся по льду бабушкой, думающей свою тяжелую думу. За понурым крестьянином, кутающим ребенка, за крестьянином с палкой, который, кажется, тоже погружен в раздумья. Вечереет, но широкое низкое синее небо, написанное корпусно, вертикальными мазками, несущее слева наверху барашки легких белых перистых облаков, светлеет у линии видимого горизонта. Слева она проходит посередине полотна, а справа поднимается по верхним контурам коричневых крыш сарая и хижин на противоположном берегу. Здесь, в верхней правой части полотна, небо приобретает белесо-оранжевый оттенок, как будто золотой канал отразился в нем. А дальний план противоположного берега воспринимается серовато-землистым, слегка лиловатым силуэтом. Особенно изумительно написан Рембрандтом «Замерзший канал». Снова, как и в пейзаже с самаритянином, Рембрандт ярко освещает золотом второй план, то есть среднюю из трех горизонтальных полос между основанием картины и линией горизонта. В снеге заметны и охристые, красновато-зеленые и голубые оттенки, и даже слабые зеленоватые рефлексы от деревьев слева на том берегу. Говорят, что Рембрандт писал очень светлыми красками, что подбавлял белила, а потом лессировал желтым, то есть наносил слой прозрачных желтых красок, через которые белила просвечивали, и что поэтому у него так чудно светятся освещенные солнцем места. И действительно, достаточно сравнить темные фигуры крестьян переднего плана с их ясно выраженной материальностью, осязательностью и отливающей чуть ли не кристаллическим блеском средний план, чтобы заметить между ними большую разницу. Но если взять белую бумажку и приложить ее к этим самым освещенным местам, то окажется, что они черны, как сапог. Но гармония, общий тон, соотношение тонов друг с другом выражены настолько, что нам эти места кажутся сияющими. Такова светотень Рембрандта.
Солнце медленно опускается где-то справа от нас, и его лучи четко обрисовывают людей и животных, и в то же время словно согревая их не только трепетным светом, но и чувством нежности. В картине явно проступают плавные горизонтальные линии. Хозяйка с собачкой движется по невидимой горизонтали направо, и от них к востоку тянутся полосками по золотому льду коричневые тени. В глубине между старушкой и ее собачкой видно, как у противоположного берега усталый хозяин выпрягает из саней каурую лошаденку, которая до этого тоже двигалась вдоль берега по горизонтали. А еще дальше и выше, через всю картину, тянется коричнево-золотистая полоса пологового берега. Над ней, в свою очередь, проходит поднимающаяся вправо нижняя граница неба. Мы чувствуем, как Рембрандт любил природу и все живое. Еще раз обращаясь к этому чудесному ландшафту, мы вслед за художником окончательно проникаемся его спокойным и просветленным мироощущением. Рембрандт захватывает нас своим пантеизмом. Окружающая нас природа вся живет и вся мыслит. И кажется, что свои думы есть не только у этих нищих и усталых, но здоровых телом и духом крестьян, и не только у собачонки и лошадки, но и у неуклюжих сарая в центре и хижины справа, играющих на солнце множеством коричнево-оранжевых пятнышек, и у дерева слева на том берегу, как бы удивленно и кокетливо приподнявшего и растопырившего свои голые зеленоватые ветви. Неожиданно, негаданно подошли мы в ясный декабрьский день к этой убого-патриархальной деревушке 17 века. В этом пейзаже с его застывшим морозным воздухом совершенно исчезло напряжение сил, мятежной борьбы, катастрофы. Он полон гармонии, глубокого внутреннего единства, как бы воплощающего величие человеческого духа, гармонию его творческих сил.